Стоунхендж. Стоун – это камень, а хендж – крыша, да? В Англии есть такое место, это центр всей нечисти, всей темноты, Стоунхендж. Ну, а это как бы противовес Стоунхенджу, каменной крыше, это крыша деревянная. Вот, но сила у этого дерева, а это тополь. Мы знаем по фильмам «Осиновый кол», куда мы там всякой нечисти, и все, и она больше уже никогда не шелохнется. Тополь – это родственник осины, по сути, это одно и то же дерево. Поэтому здесь мы как бы очищаемся, мы проходим через некие вот такие врата, вот, и энергия, как пылесос, из нас высасывается. А, например, энергия березы или вот дуба – это энергия давательная, это плюсовая энергия. Поэтому, когда вас там испортили, сглазили, вы расстроились, вы очень сильно переживаете, вы подойдите к осине или вот так вот, к тополю, постойте хотя бы так, а лучше тремя точками – пятки, попа и затылок. И 10 минут достаточно, чтобы от вас, с вас вышла эта энергия, любая вообще выходит энергия, и плохая, и хорошая, а потом подойдите, например, к дубу, вот он дубок у нас. И хотя бы если он маленький, подержите за него. Потому что дуб дает очень мощную энергию плюса. Ну, это все описано в друидских гороскопах. Вот, все это известная история и тысячи лет. Береза тоже очень мощный донор. Так что, используя такие простые навыки, практики, вы очень сильно можете себя защитить, во-первых, и оздоровить. Это очень важно. Вот мы в парке детской мечты. Здесь не только огромное количество разных абсолютно растений, есть очень много героев тех сказок, о которых мы говорили в моем кабинете. Ну и тут хотелось бы начать со стеллы, главной стеллы. Называется она «Экология сознания». То есть то, что в голове, те импульсы, которые в голове, в мозгу, как мы их заложим, так потом и ноги передвигаются, и слова выходят из нас, конечно, поступки. Поэтому тут вот первые и главные слова – мир, труд, здоровье. То, что на самом деле является основополагающим успеха любого человека, любого социума. Ну и, конечно, половину мы видим человек, половину дерева. Это не зря символ, образ. Губя природу, мы губим и себя, человечество. Поэтому в год экологии очень важно не просто говорить об экологии, а делать, пора уже делать. Города на сегодня 70% людей забрали как бы эти асфальтовые, эти каменные джунгли. И там ставят уже в кадушках деревья, в основном все пластмассовое, поэтому будьте аккуратны. Там, где бетон, железобетон, где всякие пластмассы, там огромное количество тяжелых металлов, и это все убивает внутреннюю экологию человека. Бегом на природу. Все просто. И, конечно, здесь общаясь с растениями, общаясь с светом, цветом, с формой, ну и, конечно, с нашей былинностью, с нашими сказками, мы получаем эту самую энергию огромного положительного плюса. И на неделю, как мы говорим, мы вас точно зарядили, как тот аккумулятор, мы сейчас все это знаем, как это очень важно. Поэтому, если у вас какая-то унылость, там, депрессия, еще что-то не очень веселое, откройте свой телефон, посмотрите, где вы были, вот то, что мы советуем. Вот. Побывав здесь, вы можете вот эту самую картину своей жизни очень мощно, сильно поменять. Каждые 15 примерно дней, чем удивительно это место, парк меняет свою как бы одежду, свои наряды. Расцветает одна группа растений и зацветает другие группы растений. И получается такой спектакль действа самих вот деревьев, кустов, розарии, альпинарии, журчит вода. А это все очень мощно и позитивно воздействует на наше психоэмоциональное состояние, где результатом опять эндорфины, гормоны счастья. Вот, и человек здоров. Человек не унывает, у него откуда-то прям все плещет. Пойдемте посмотрим, что такое Дому Бабова и Дому Дедова и Баба Дедову. Вот. Можем взяться и поучаствовать. То, о чем я говорил. Очень важное событие — прикоснуться. Можно залезть, мы все решаем. Да, много хлопот, иногда ломают, стирается краска, но мы потом берем те же самые краски, берем кисти и на радость людям все восстанавливаем. Все разрешено. Это одно из главных условий нашего парка.
Вот тот самый бренд, который мы здесь, слово раскручиваем мне не нравится, мы его представляем. Это дом Бабы-Яги, ну значит дома Бабова. Коль я живу и все действие организовано на территории дома Дедова, дом Деда, значит должен быть дом Бабы. Вот так вот мы его на курьих ножках здесь и представляем. Вот, дом Бабы, дома Бабова. Можно сходить с ней познакомиться. Она у нас на самом верху на метле сидит, у нее очень блатной номер. У нее там шестерки в номерах. Вот, видите? И буквы такие. Я, да. 666. Число, как говорят, дьявола, да? Число черта. В общем, ну, на самом деле, это хороший образ. И очень много кривотолка вокруг той же ведьмы. На самом деле, это ведающая мама. Это очень мощная структура, ведающие мамочки наши. Поэтому это как бы в образе. Они летают, перемещаются в пространстве времени, инструментом служит, где ступа, где просто метла. На самом деле это и есть способность телепортировать. Или у простых людей это и есть вот очень мощное образное мышление. У детей оно развито колоссально. Вот я говорил об этом, до 6 лет. Поэтому нужно их обязательно, малышей, детей, вводить в такие пространства, чтобы они свою внутреннюю сказку сопрягли, сочли вот с реальной сказкой от взрослых, от нас, от родителей. И вместе, взявшись за ручки, пройтись по этим аллеям, прикоснуться ко всему, почувствовать ароматы, что вон у нас калина цветет, посмотрите, ирисы цветут, цветет сейчас сосна, посмотрите, какие лилейники красивые, скоро зацветет еще одно растение удивительное, дерин. И буйство зелени дает, помните, света, ароматерапия, это самые мощные элементы, сегменты пространства, природы, которые дают нам эту самую бодрость духа. Она даже с перчатками кому по шее навалять, видите, Баба-Яга. Ну, мы любим поприкалываться, здесь позволяем шалить по полной. Татарство не запрещено, а хулиганство мы знаем, это статья. Поэтому не надо здесь говорить, не хулиганьте, хулиган. Лучше говорить озорник. Этот фонтан называется «Пятый элемент». Состоит он, как видите, из двух персонажей, мальчика, девочки. Они в том возрасте, когда еще любовь, она не окрашена в какие-то социальные значимые истории. И они как бы прикрывают зонтиком землю. К сожалению, сейчас насос сломался. А вообще идея моя была такова. Вот эта непорочная любовь двух, Ромео и Джульетта, она охраняет нашу матушку землю. Четыре стихии, вот эти, видите, там четыре ручья, это как раз и есть четыре стихии. Огонь, мы знаем, да, вода, воздух и земля. Это то, в чем живет человек, в чем он купается, чем дышит. Это самые главные стихии, это и есть его здоровье, это здоровье планеты. Вот это называется пятый элемент. Любовь маленьких детишек, непорочная, открытая, искренняя, она спасает землю от всяких невзгод и неприятностей. Ну, так вот я увидел. А вот эти, видите, необычные зеркала вот волной, это и есть некие вот флюиды, мы говорим. Смотрите, голова Святогора, мы сейчас к ней подойдем. А там из головы выходят какие-то мысли, образы, как мы говорим, мысли. Ну, как вот изобразить художнику, как передать, вот как я это вижу, чувствую. Ну, вот мы и сделали такие выходящие, сейчас мы увидим, такие, как червячки, так какие-то волны. Какие-то канаты. Пойдемте глянем. Какая калина красивая. Это вот калина. Очень полезная ягода. Очень красивое дерево. В цвету она вообще обалденная. Смотрите, какая прелесть. Разве это увидишь в городе на асфальте? Поэтому мы и говорим, бегом на природу, бегом. Ну вот они, флюиды, подошли мы к этим непонятным, ну слово такое флюиды, что ж такое? Ну волны, мы знаем, телефон, алло, ты где? Я в Америке. Как в Америке? Провода же, ну по эфиру
летят некие волны. Поэтому мы так вот изобразили, это как будто такие вот волны, они выходят из головы, у каждого человека они свои, поэтому здесь они и розовые, и синие, и голубые, и разно всякие. И потом они переходят, как знаете, вот озарило, говорит, меня вот осенило, озарило. Озарение — это вот и есть образ солнышка. Мы сейчас к нему подойдем. Такой свет, который у нас как будто, говорит, пробило мне сегодня, вот мурашки по коже, что-то случилось со мной. А что случилось? Оказывается, программа души соединилась с программой тела. Смотрите, какая работа. Это все инкрустация зеркалами, камнями, ракушками. На территории более 6 миллионов вот этой мелкотни, так называемой. И она больше всего умиляет, на самом деле, и восхищает. Потому что это все делали руки людей. Представляете, он подумал, выбрал, эта функция серьезная, взял и положил. Но положил очень аккуратно, с любовью. Мы это видим, потому что нет нигде грязи, не выступает какой-то там бетон. И, конечно, вот это вот форма напоминает ДНК. Посмотрите, здесь вот мы вот в этой как бы цепочке, цепи, да, вот такие какие-то необычности. На самом деле это и есть желание передать как бы информацию из глубокого ДНК уровня на действующий уровень, проявленный уровень. Вот он, проявленный уровень. Ну, я думаю, тоже по приколу. Ну, как вот ребенку объяснить, ну, там, чувства, эмоции. Вот мы знаем, 5D уровень. Вижу, слышу, 2, потому что я нюхаю, 3, тактильные ощущения, 4, и вкусовые — это 5. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 кругов, да? Ну, здесь очень много смыслов, значит, мы берем просто вот их красивость, и вот они круглые, потому что мы знаем, во Вселенной все круглое, планеты, миры, галактики, они все круглые. Поэтому, не потому что они круглые, красивые, а потому что такая форма, попадая в невесомость, она обретает вот форму шара. То есть ни начала, ни конца. А вот это вот, это что такое за арка? Вот эта арка у нас, ребята, это интуиция. Это наша утерянная. Нам помогли ее утерять. Смотрите, мы входим через интуицию, а это образ Ноева ковчега. То есть, ну, как образ. Был когда-то потоп, и вот человечество погибло, остался один Ной. И вот он взял каждой твари по паре, куда-то там на горе Арарат, он там это, потом вошла, сошла вода, и вот получилась наша цивилизация, вот то, что мы называем сейчас живем, вот эта раса. И вот этот образ мы входим через интуицию, и как бы вот так вот вода. 75% океанов и морей на планете Земля. 75% в человеке жидкости. Это и лимфа, это и кровь, и всякие другие межклеточные пространства, занимающие вот эти всякие растворы. Это не случайное совпадение. Мозг у нас 94% вода, поэтому мы здесь воде уделяем особое значение. Она является мощнейшим энергоинформационным носителем. Доказано, что капля воды может вместить информацию всех компьютеров мира. Это доказано. Вот такой у нее кластер, такая у нее емкость. Представляете, миллиарды миллиардов тонн воды на планете. Сколько несет информации наша Земля в самой воде матушки. Поэтому мы здесь выходим вот в пространство некое и смотрим на этот удивительный вот фонтан, который мы уже обозначали как пятый элемент. А там вот сверху зонтика мы видим, это голубь. Это вестник мира, любви, белый голубь. А он как бы находится на ДНК, видите, двойная спираль там. Опять, что это такое? Но это и есть как бы тот утерянный когда-то смысл проживания, на мой взгляд, я так показываю образы, смысл проживания каждого человека на Земле. Вот эти интуиции, вот этот ДНК уровень, мы это знаем не понаслышке, а ученые давно доказали, что кроме материальной несущей похожести на папу или маму, ДНК еще несет информацию в волновом геноме ДНК. Об этом очень много информации, вы можете найти это на сайтах. Поэтому смысл показать вот этот уровень. Почему я все время говорю о нем? Ну, потому что я беру информацию изнутри. Знаете, вот как флешку вставляешь в компьютер, и тебе на экране появляется разного рода информация. Таким образом, мы, оказывается, ученые тоже доказали, можем из себя доставать как бы целые миры. Доставая эти образы из себя, мы их потом воплощаем. Так работает любой художник. Нет. Поэтому любой человек, по сути, на Земле является творцом. Но очень важно активировать все 5 органов чувств, которые вот мы там, помните, я сказал, и включить интуицию. Интуиция — это и есть чувствование сердцем, переживание сердцем. Сердце в 4000 раз сильнее по энергетике ума, разума нашего. Поэтому да, можно пользоваться этим инструментом, а можно этим инструментом. А можно вместе пользоваться и тем, и другим. Самый максимальный эффект, конечно, это и польза для себя любимого, и, конечно, для социума.
то, что называется вот для людей и для себя. Такая вот история. Очень много различных ив, очень много пирамидальных плакучих форм. Шаровидные ивы, посмотрите, как они здорово украшают этот парк. Поэтому парк несет не только такую вот, скажем, информацию о сказках, былинах. Еще здесь такой как бы мини-ботсад. Здесь очень большое количество различного рода растений, которые мы формируем, их специально подрезаем. То, что подмерзает зимой, мы специально укрываем. Например, фламинго. Посмотрите, какой клен. Если его поближе рассмотреть, он такой розовый. У нас таких в России нет кленов. Он растет только там, в субтропиках. Вот. А здесь он подмерзает, поэтому мы его на зиму укрываем снегом. Он успешно зимует. Ну, наша русская береза, наша русская сосна. И все это вот, сочетая вместе, мы получаем такой вот необычный, совершенно, на мой взгляд, восторженный мир растений. Они для этого и пришли в наш мир, мир людей, постоянно дарить нам свежий воздух. Каждый листочек шевелится, трепещет. Мы знаем, как дрожит осиновый лист. У нас здесь осина есть, очень красивая, сортовая. Ну и вот, конечно, всякие... Это вот у нас обалденная, необычно недавно цвела груша. Плоды чудесные. В общем, вы можете получить здесь информацию не только о сказках, но еще и о растениях.